Всем привет! Вы смотрите канал Уралспецтранс. Сегодня у нас 31 декабря 2019 еще года. Вот. Мы всех хотим поздравить с праздником, с Новым годом 2020. Константин даже тут подготовил какие-то табличку вывел. Да, значит, мы хотим всех поздравить с наступающим. Или с новым уже, с наступившим. Сегодня 1 или 31? Ладно, давай будем считать, что сегодня 31 декабря. Вот. Когда все будут смотреть, это же уже неизвестно. Значит... Записываем 31. Вот. Итоги года он тут подвел на листочке. Да, я немножко тут подвел итоги года, но это... Или сейчас зачитать. Давай, такую шпаргалку я себе сделал. В общем, смысл какой? Значит, компания Уралспецтранс очень даже неплохо закончила 2019 год. То есть было за год изготовлено и реализовано 1137 единиц техники. То есть это примерно на 10% больше, чем в прошлом году. Причем я думаю, что это еще не все показатели, потому что часть показателей будет проанализирована в январе, потому что все равно перейдет какая-то текучка по технике на следующий год. Вот. Это что касается в целом компании Урал-СТ, Уралспецтранс. Вот. Еще я хотел похвалиться результатами своей трудовой деятельности. Это именно отделом иномарок. Нет, не своей. На самом деле, я в отделе иномарок-то работаю всего несколько месяцев. Я хочу похвалиться. Я уже продал. Я хочу 73 единицы техники. Ну, Оля, дай сказать. Было продано 22. Я не так все. Продал из 51. Ты что путаешь все? Все не так. В общем, у нас в отделе спецтехники работало всего 2 человека. Сейчас работает 3 человека, еще девушка-помощник. Они за 2 года продали 73 единицы техники. Из этих 73 единиц, 22 единицы... Продал я. 22 единицы – это прицепная техника, которую купили те же покупатели, кто приобретает иномарки, и 51 единица техники – это именно спецтехника, изготовленная на шасси иномарок. То есть там у нас был Mercedes, Iveco, Scania, MAN, по-моему, еще кто-то, может быть, я кого-то забыл. В следующем году надо продавать еще больше, вот, может быть, даже я с вами что-нибудь продам. Нет, а я в следующем году покажу всем машину. Одна сделка у меня в этом году прошла, такая знаковая. Будет автомобиль Scania 8x4 с манипулятором. Вот. Будет классная машина. Слушай, как ты этот держишь? У меня уже рука устала. Вот. Да, давай Какая у Ольги тяжелая работа, оказывается. Слушай, а в правой руке легче держать. Это тебе кажется пока. Кажется. В общем, всех с Новым годом. Да. В будущем году будьте здоровы, будьте счастливы. Понтанулся маленько, да, чуть нас не задает. Ну, в общем, всем пока. Подожди, поздравляю с Новым годом. Читайте больше в Новом году, просвещайтесь. Почему? Ну, не знаю. Поменьше смотрите видео в Ютубе. Побольше читайте. Толстой, Достоевский, Лермонт. Нет, сейчас уже не модно. Сейчас можно. Все модно. Модно. Книги всегда модно читать. Вообще, когда я не жгу, переступил рубеж в 40 лет, начинаешь все больше понимать тех своих, скажем так, знакомых родственников, которые тебе раньше желали здоровья и говорили, что это главное. Почему-то раньше я этого никогда не воспринимал и не понимал. Да, казалось, как так, здоровье, я же могу горы перевернуть, да? А вот когда в рубеж 40 лет, переходишь, начинаешь понимать только вот эти пожелания. Вот. И я всем желаю, особенно тем, кто этого еще не понимает, то есть более молодым людям, что очень важно, берегите свое здоровье. Потому что когда вы станете старше, и даже если вы заработаете какое-то состояние, там как-то утвердитесь в этой жизни, если у вас не будет здоровья, то, собственно, ничего вам в этом мире будет не мило. Вот. Это первое. Второе, хочу пожелать всем надежных друзей, именно надежных друзей, которые вас не кинут, не обидят, неважно, в какой ситуации вы бы ни находились. То есть это, наверное, второе. Вот. И любви. Третье, наверное, может быть, это
второе, третье и первое, да, это любви. Выбирайте свою половинку таким образом, все-таки, чтобы это было один раз и на всю жизнь, желательно. Вот. Ну, ну все, всем пока, с Новым годом. Всем пока, счастья, любви, здоровья. До свидания, до новых встреч.